час. Близок ли ты будешь к позиции Владимира Барышникова? Посмотрим. Очень интересно. Итак, Владимир Барышников. Всем добрый вечер. Я думаю, уже по мне видно, что я целенаправленно. Да, русский народный. Здоровый образ жизни. Рубаха такая руссконародная такая вообще. Мне 33, а кто даст? А кто даст, действительно? Девчонки, к вам вопрос, реально. Это важный очень вопрос, очень важный. Владимир, продолжай. Я очень не люблю болеть, поэтому и соблюдаю здоровый образ жизни, благодаря которому мой организм накопил столько иммунитета, что весь 2015 год у меня абсолютно ничего не болело. Ни простуды, ни насморка, ни кашля, вообще ничего. Это радует? Очень радует. Когда простуда не болит, кашель не болит, вообще ничего не болит. Голова в том числе. Да, вот это главное, голова, чтобы не болела, да. Ну давай, давай. Советую всем соблюдать здоровый образ жизни. И еще одно. Не все в зале, думаю, знают, что такое ЗОЖ, если просто спросили, что такое ЗОЖ. Можно было подумать, почему ты выбрал ЗОЖ? Что такое ЗОЖ? З. Здоровая, О. Обаятельная, Ж. Женщина. Почему вы выбрали О. здоровую, обаятельную женщину? Ничего себе. Почему вы выбрали ее? Да, только дурак выберет не обаятельную и не здоровую. Ой, молодец. Какая интересная теория, какая интересная. А девушки, женщины, в свою очередь, ищут для себя... Зомби в переводе означает здоровый, обаятельный мужчина без излишеств. Круто! Владимир, можно вопрос? Ты зомби? Да, в этой аббревиатуре, конечно. Ну, молодец. Всем спасибо.